И тортик, надо же! Сыр! Как сыр? Не только с сыром. Макс, не бойся, там нет никакого сыра, там сыр давно съели мыши. Сыр давно съели мыши. Кирилл, ну что у тебя за шуточки? Как это? Я люблю сыр. Это не сыр, Макс. Будь уверен, что это самый вкусный сахар на свете. Нет, это белый шоколад. Это белый шоколад, Макс. Если не любишь, не ешь. Отдай его нам. Это что? Да. Так, мама, улыбнись. Слушай, ой. Передай привет родственникам, передай все, привет. Таечке. Так, поздравляю Кирюшечку и Леночку с именинником. Машенька, скажи что-нибудь для вечности. И самое основное, на память. С днем рождения, Максик. С днем рождения, Максик. Лёвик, скажи что-нибудь хорошее. Я капут. Ты капут, Лёвик капут. И вот наш самый именинник, самый главный именинник, ему уже 13 лет. Он официально стал сегодня тинейджером. Да, это большая дата, 13 лет. Ему еще 7 лет предстоит побыть в этом звании. Максик. Через 5 лет всегда будет отрежу. Я хочу. Off with its head. Ну, и вот и я. Папа, который снимает все это на видео, тоже поздравляю всех с днем рождения моего сына, старшего сына Максика. Всем привет, пока.